Поединок Каустика против Ставропольского Виктора впервые в текущем сезоне смогли посетить болельщики. И те, кто пришел в ФОК молодежный, однозначно не были разочарованы. Но игрой, а не результатом. С первых минут команды начали самый настоящий бой. По-другому и не скажешь. Мяч в мяч на протяжении почти всего первого тайма. На паркете была рубка, напряжение до предела, голы на любой вкус и даже элементы различной борьбы. Точнее, абсолютно все, что включает в себя его величество гандбол. Именно такие игры являются украшением любого турнира. Мы все ждали и надеялись, что Каустик сумеет добиться победы. Но в очередной раз сыграли весомую роль пару провальных отрезков, один из которых случился в концовке первого тайма, когда хозяева отпустили соперника на 2 мяча. А во второй половине встречи позволили гостям сделать разницу в 4 мяча. Отыграть ее, конечно, можно, но очень сложно. Тем более, когда против тебя играет более опытная команда, такая как «Виктор». Хозяева бились до последних минут, за что им отдельный респект. Однако догнать оппонентов так и не получилось. Поражение с разницей в 2 мяча, которого могло и не быть. В очередной раз не хватило всего понемногу. Удачи, концентрации, в отдельных моментах точности в завершении атак. И опять же потери. Как итог, поражение при очень достойной игре. 26-28. Плохая реализация, я считаю, была. Много не забили. Хорошо у них Саша Лосенко стоял на воротах. У нас, в принципе, тоже хорошо вратарь стоял. Но много не забили. Это основное, мне кажется, такое. Ну, по защите вроде неплохо решались. Хотя тоже были ошибки. Но ошибки всегда есть. Основная реализация. Защита. Немножко защиты. Опять проигрывали по центру в первом тайме. Во втором тайме уже все лучше стало. Но уже... По вторым начали бросать. И то же самое. Ну, в защите проиграли, в нападении суета. Лично от меня, я считаю. Я считаю, я прям в этом моменте. В первом тайме, ну, бросал в пустые ворота. Ну, чисто прям не помог. Самыми результативными в этом матче стали молодые игроки. В нашей команде 8 точных бросков записал себе в актив 22-летний Антон Сабина. У Виктора 6 раз отличился 20-летний Александр Гребенкин. Накал всегда, когда играешь с Каустиком дома. Я помню, когда я тут играл, мы тут кусали всех. Было тяжело. И сейчас они доказали, что дома они могут и показывают хорошую игру. Было, правда, тяжело. Удивили немножко перестроениями в своей защите. Ну, то есть мы привыкли видеть Каустик. Это 6-0, прям классический 6-0, такой прям православный. Вот. Сегодня где-то они себе позволяли где-то чуть выйти дальше. Мне, как тренеру, это не может не радовать, что команды пробуют, команды... экспериментируют. Ну, действительно, это вызывает интерес, да, мы тоже этому пытаемся противостоять. Это интересно, это спорт в настоящем его виде. Отдельно хотим поблагодарить болельщиков за поддержку и великолепную атмосферу в зале и ждем их на следующий поединок, который состоится в субботу, 30 апреля. Команда Рафаэля Самитова сразится с коллективом Алексея Павелева «Динамо Сунгуль» из Челябинской области. Начало матча в 15:00. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».